Совершенно секретно. Личное дело фон Штирлица Макса Отто, штандартенфюрера СС, 6-й отдел РСХА. Характеристика на члена НСДАП с 1933 года. Фон Штирлица Макса Отто, штандартенфюрера СС. Истинный ариец. Характер нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный спортсмен. Чемпион Берлина по теннису. Холост. В связях порочащих его замечен не был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями Рейхсфюрера СС.